грузины в мясе знают толк, не зря в их кухне так много горячих мясных блюд, я все больше знакомлюсь с их кулинарией, и с вами тоже хочу поделиться моими новыми любимыми рецептами. Вот один из них, сегодня хочу рассказать, как приготовить грузинский шашлык. Вся соль здесь заключается в маринаде, он островатый, с добавлением чеснока и томатной пасты. А специи придают мясу очень пикантный вкус, я выбрала для запекания куриное филе. Но можно попробовать и свинину, просто ей нужно будет дольше быть на огне. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Куриное филе вымойте, обрежьте у него кожу, обсушите, нарежьте курочку порционными кусочками. Уложите мясо в глубокую тарелку, добавьте к нему все специи, барбарис, перец, кориандр, сумах, сахар, соль, также добавьте измельченный чеснок. Затем влейте к курице томатную пасту с соевым соусом, вотрите маринад в мясо. Потом залейте в тарелку воду, перемешайте ингредиенты, оставьте филе в таком положении мариноваться в холодильнике на ночь. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Кусочки курицы наденьте на шампура или шпажки. Запекайте шашлык на мангале до готовности. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Куриное филе 1 кг, вода 0,5 литра, томатная паста 2 столовые ложки, соевый соус 2 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка, барбарис 1 чайная ложка, кориандр 1 чайная ложка, сумах 1 чайная ложка, черный молотый перец 1 чайная ложка, соль по вкусу, чеснок 2 зубчика, количество порций 6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем приятного аппетита, жду вас снова.